Ребят, всем привет! Сегодня в гостях опять у Сани. Подалка. Если он вам сейчас нормально видеоролик снимет, он оставит вам свой телефон. К нему можно обратиться. И сегодня он попросил меня снять видеообзор про автомобиль Kia Optima. Ну, то есть наша тема, как мы мультимедию поставили. Да, Сань? Так, присядем за руль. Ох, какая классная тачка! Как-то сидеть удобно. Так, со светом нормально? Со светом плохо. Так, посмотрим, лучше. Снимаю на телефон. Посмотрим, что получится. Давай, Саня, рассказывай. Значит, это у нас комплектация люкс. Здесь есть штатная камера, есть управление магнитолой на консоли, отображение климата. Ну и, в принципе, все. Кругового обзора нет, усилителя звука нету. Значит, с консоли у нас работает громкость. Радио запускает радио, медиа включает звук с USB. Ну, флешки, ага. Ну да. Дальше звездочка выключает экран. То есть это у нас треки, либо радиостанции. Map у нас навигация. Угу. Обратно возвращаемся. Это клавиша у нас Bluetooth запускает. Setup, угу. Это настройки. Ну и здесь также треки. И удержание выводит на эквалайзер. Все корректно, есть, ну, в принципе, все корректно, да. Они бывают нескольких типов, и надо ставить разные МЦУшки. Сейчас я вам покажу сразу же, чтобы вы знали и видели, где выставляются под разные консоли. Верните направо, а затем поверните направо. Развернитесь. Сань, ты куда поехал? Я никуда. На Салова 53, корпус 1. Так. Так, значит, 14-я. И здесь у нас, видите, идет. О, вот так вот видно, ага. Вот. Kia Optima High-End Russia в скобочках. Угу. Это, чтобы было понятно. Если консоль другая, то должно по умолчанию, которая стоит, первая, самая верхняя, вот это вот работать. Угу. А это LG или как они там? Я Mobis? Не знаю, как они распространяются. В общем, если работает неправильно, то перевыбираем. Вариант первый, либо вот эта вот штатная, она всегда по умолчанию стоит. Угу. Вариант два, это вот это вот, которое у нас сейчас стоит. А, наконец-то допилили, да? Ну, это по Optima. Другим, угу. Скорее всего, другие. Вот здесь есть Sonata, угу, еще угу. Другие модели. Так, отлично. Так, значит, что она умеет? Показывает, разумеется, отображение климата. Так, то, что ты что сейчас сделал? Зажигание включу. Угу. Потому что отображаться здесь больше ему негде, кроме как на дисплее магнитола. Угу. Нажми же на тормоз, пожалуйста. То есть оригинальная камера заднего вида. О, хорошо показывает. Зимними. Не то, что на 510. Угу. Значит, у нас задействован штатный USB AUX. Полностью работоспособный. Также дополнительно еще два USB в бардачке и вход под сим-карту. Угу. Так как машина сэра ГЛОНАСС, микрофончик у нас стоит вот здесь для громкой связи. Оригинальный оставлен для Air ГЛОНАСС. Кому Air ГЛОНАСС не нужен, можно этот микрофон выковыривать. Засовывать туда наш с комплекта. А вот это что за датчик, Сань? Какой? Такой, как сеточка. А это датчик, скорее всего, дождя или света он сделан отдельно. Так, ладно, что да еще? Значит, кнопки на руле здесь колодка переделана, чтобы они были аналоговые, то есть они обучаются, как нравится. А кто переделал? А в сервисе у нас переделывают перед продажей. Угу. По кнопке руля можно было отдельно обучить. Эту консоль уже, разумеется, не обучить, она пока на. Угу. Поэтому кнопки на руле все. Давай звук выключай, а то рекламу поставят. Угу. Так, еще, по-моему, у нас на щитке вылетает также всплывающие станции. А можешь мне руль повернуть? Вот, самое вот, внимание, всплывающие станции только. Только в момент переключения. Так, сейчас подожди, покажу. То есть так у нас ничего нету, да, вот я нажал, станция перелетела, исчезла, еще раз нажал, то есть всплывающая так же, как в оригинале. Угу. Ну, из основного, в принципе, все, визуально это выглядит вот так, вот сюда встает 10 дюймов, магнитола, там ее можно назвать как угодно, у нее задней части нету, она плоская, не сплит-система, а именно плоская цельная. Не сплит, да, угу. Вот. Так. Встает все без всяких доработок, без подпилов. То есть визуально это выглядит вот так вот. Ну что, Сань, молодец.
Телефончик дашь? Да, телефон для связи. Хотите записаться на установку в Санкт-Петербурге, звоните 8-906-253-5377. Да, спасибо. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Слушай, один вопрос чисто такой шкурный. Давай флешку какую-нибудь послушаем. Как тут вообще играется штатная акустика? Ну, ребят, на этом видеообзор заканчиваем. Как бы сейчас вот сам послушаю, посмотрим, есть что тут рассказать, прокомментировать, если хотите. Ну, вот первый попавшийся трек. Что-то басика переборщил, Сань. Я вообще ничего не трогал. Ну, не, многовато. Ну, так чистенько все, да? Да. Так, дай паузу, шикарно. Послушаем, белый шум послушаем, есть? А, тише. Печку вырубить. Идеально. В ушах звенит. В ушах звенит. Срочно включаю музыку назад. Сейчас еще что-нибудь покручу. Ну так, наверное, машину клиенту издадим. Так, что-то у нас. С этим треком. У меня же телефон вибрирует в штанах. От музыки. О, бля. Как было-то? На всех, да, вот так. Огонь, огонь. Блин, классная тачка. Я думаю, что клиент будет доволен. Так. Ребят, все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, скоро сейчас новые серии автомагнитол пойдут по хай-фай звуку. Уже будет интересно. Всем пока.